камер, фиксирующих именно только правила дорожного движения. В городе есть еще и камеры, которые фиксируют различные правонарушения, места скопления и на больших улицах. Я не скрою, мы подали заявку в область тоже. По нашим подсчетам, для города нужно еще 69 камер. Не только, я еще раз повторяю, на улицах, я имею в виду, на перекрестках. Это парки, это скверы, это район автовокзала, там, это район больниц и так далее. Места общественного скопления людей, центральная площадь и так далее. Мы идем к тому, что это практика не наша, это практика любого развитого государства. Мы должны жить в цивилизованном мире, соблюдать законные права, соблюдать какие-то определенные законы, правила, то есть учить людей. И вот то, что мы сегодня вас собрали, это вот как бы первая ласточка разъяснения, что вы, каждый руководитель, во-первых,